теракта в Нигерии погибли по крайней мере 12 человек и около 50 получили ранения. Смертник активировал устройство в толпе на рынке. Второй боевик из-за паники запустил бомбу на себе неподалеку, когда рядом не было прохожих. Поэтому здесь погиб только он один. По предварительной информации, этот теракт – дело рук исламистской группировки Боко Харам.